Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Их поступки и действия отличаются систематичностью, методичностью и тщательностью. Буква «и» в имени говорит о неполноте и чуждости. Люди, чье имя имеет букву «х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Основная буква «а» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Присутствие буквы «о» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Буква «о» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Буква «и» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Гласная буква «а» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «о» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Обычно носителю этого имени удается реализовать задуманные благодаря своему терпению, трудолюбию и выдержке. Это серьезные и ответственные люди, всегда руководствующиеся здравым смыслом. Они относятся к числу тех, кто стремится построить лучший и более справедливый мир. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, поддавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенное, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.